Привет, это уже мой третий эксперимент с данными красителями. В этот раз я решила заливать смолу два раза. Идея в том, чтобы нижний слой смолы был очень густой и белый краситель не упал на дно, а на втором слое красители должны себя проявить в полной мере, так как смола будет не очень густая. Я замешала смолу после того, как вышли пузырьки, и залила в молд, оставила на полчаса. Замешала новую смолу, через 20 минут залила второй слой. Закрыла от пыли. В этот раз я решила добавлять белый краситель на каждую цветную каплю красителя, чтобы он больше себя проявил. Минутка релаксации. Мне это напомнило морские волны. Прошло 24 часа. Смотрим результат. Получилось интересно. Правда, цветные красители все равно немного упали на дно, но при этом не перекрывая красивые эффекты. А вот сердцем я очень довольна. Очень жду вашего мнения в комментариях. Подписывайтесь на канал. Впереди много полезного и интересного. До новых встреч!